Старый Ронгбук, самый высокогорный монастырь в мире, находится на высоте 5100 метров. Он был разрушен в 1974 году, и сейчас здесь живет один монах. А когда-то это был один из крупнейших монастырей в Тибете. Стены монастыря Ронгбук помнят самую отчаянную, самую безрассудную попытку покорить Эверест. Это было в 1933 году. Морис Уилсон, считавший, что глубоко религиозный человек, очищенный молитвой и постом, способен покорить любую вершину, включая высочайшую вершину мира, прилетел в Индию на маленьком самолете, при том, что он практически не умел им управлять. Под видом глухонемого монаха он пробрался в Тибет, получил благословение Далай-ламы и, наняв трех шерпов, отправляется на восхождение. Через три дня, обмороженный, обессиленный, он приползает сюда, и монахи спасают ему жизнь. А еще через несколько недель, наняв несколько шерпов, он отправляется на вторую попытку. 20 дней их преследует непогода. Они достигают отметки 7400 метров. Шерпы отказываются идти дальше и возвращаются назад, а Уилсон остается в палатке. Он ждет. На 20-й день погода пришла. И тогда Уилсон сделал в своем дневнике последнюю запись. Великолепный день. Вперед. Он даже не смог выбраться из спального мешка.